«Если в движении быть хотите, к нам на йогу приходите». Таков лозунг занятий по йоге в Самарском комплексном центре соцобслуживания. Об этом рассказала Надежда Сальникова, волонтер серебряного возраста и тренер группы активного долголетия. Надежда – человек энергичный. С детства профессионально занималась легкой атлетикой, а сейчас помогает поддерживать физическую форму людям старшего возраста. Я очень люблю нести людям добро. И когда ушла на пенсию, я решила оздоравливать людей по своей методике. Им очень нравится, у них глазки горят, когда занимаются, все упражнения стараются они повторить правильно и мечтают о том, чтобы сесть на шпагат. Занятия по йоге в комплексном центре начали проводить по просьбе пожилых людей. Сейчас тренировки посещают 15 человек. Среди них Татьяна Гусарова, которая ходит на все занятия комплексного центра. Мне очень нравится. С нами занимаются по всем профилям. Сюда приходишь, во-первых, общение с народом. Все такие дружелюбные. Делимся какими-то своими проблемами, новостями. Группа активного долголетия действует в каждом районе города на базе комплексных центров в рамках нацпроекта «Демография». Они создаются по инициативе пожилых людей и работают по разным направлениям. Здесь люди пожилого возраста занимаются различными активностями. Это и психологический, эмоциональный фон выравнивает, это, соответственно, и активности по здоровому образу жизни, это и различные какие-то творческие направления. Сейчас самой большой популярностью вот в летний период времени это йога и скандинавская ходьба. Ежегодно в таких группах занимается более 6 тысяч людей старшего возраста. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, «События».